Для человека лес – это еще и красота, но и некая тайна. А прежде всего – это загадка. Вот, а для работника леса – это место, где проводит он большую часть своего рабочего времени. Ведь он всегда работает с природой в дружбе и проводит свой рабочий день в лесу и рядом с лесом. Но сколько же надо жить в дружбе с лесом, с родным предприятием, чтобы, отработав и заработав ветеранский стаж, знать, что родной леспромхоз будет помнить о них всегда. Эти слова я отношу к ветеранам. Уважаемые ветераны ЗАО «Белый ручей», этот подарок для вас и только для вас. Виктор Мехтецов, «Березы». Горбилась церквушка, выросла крапива, не кукуй, кукушка, по весне уныла. За далеким лесом солнышко садится, только мне сегодня, только мне сегодня, только мне сегодня, до утра не спится. О чем березы весною плачете, о чем, как я, наивные страдаете, и шелестя листвой не спите вы со мной, и опять не даете покой, и опять не даете покой. Только отзвенели первые капели, а мне почему-то чудятся метели. Волосы, как иней, мои серебрятся по холодным ливням, по холодным ливням, по холодным ливням надоело шляться. О чем березы весною плачете, о чем, как я, наивные страдаете, и шелестя листвой не спите вы со мной, и опять не даете покой, и опять не даете покой. Кукуй, кукушка, не мотай мне душу, ведь я когда-то был кому-то нужен. И не плачь, береза, горько на рассвете, соловей в сирени, соловей в сирени, соловей в сирени, уж запело лете. О чем березы весною плачете, о чем, как я, наивные страдаете, и шелестя листвой не спите вы со мной, и опять не даете покой, и опять не даете покой. Мехтецов!